В эфире информационная программа «Пульс города», в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Имени кавалера трех орденов славы еще один именной электровоз отправился в путешествие по Октябрьской магистрали. Первые рекорды кандалакшская малышня встретилась на старте серьезных соревнований. Два человека на кресло. Территориальная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов в депутаты сельского совета Алакурти. Завершилась регистрация кандидатов в депутаты сельского поселения Алакурти. Дополнительные выборы там по 10 одномандатным округам пройдут 2 декабря. Необходимость в этом вызвана тем, что прошлый совет еще в сентябре текущего года был признан областным судом неправомочным. Больше половины депутатов, входивших в состав прежнего совета, минувшим летом сложили с себя полномочия. Согласно данным Кандалакшской территориальной избирательной комиссии, на 10 кресел в представительном органе претендуют 22 кандидата. Конкурс получается небольшим – 2,2 человека на место. Но уже сейчас, изучив список зарегистрированных в качестве кандидатов в депутаты, можно сделать вывод, что основная борьба развернется между представителями двух политических партий – «Единой России» и ЛДПР. Каждая политическая платформа выдвинула по 10 кандидатов. Конкуренцию «Единороссам» и «Либерал-демократам» составит один самовыдвиженец и один представитель партии «Социальная защита». На данный момент предвыборная кампания вступает в активную фазу, начался период агитации. Сами же дополнительные выборы назначены на 2 декабря. По итогам голосования будет распределено 10 мандатов, 5 депутатов из новообразованного представительного органа получат право представлять интересы жителей Алакурти в районном совете. На железнодорожном вокзале Кандалакши в первый рейс отправили электровоз, который назвали в честь нашего земляка, кавалера трех орденов славы Николая Антоновича Ярчевского. Вместе с коллегами знаменитого железнодорожника и его родственниками поезд в дальний путь отправила съемочная группа программы «Пульс города». Это уже 4-й электровоз, названный именем самого известного в нашем городе железнодорожника и единственного в Заполярье кавалера трех орденов славы. Впервые кандалакшские машинисты отправились в путь на электровозе имени Николая Антоновича Ярчевского еще в 1974 году. ВЛ-23 курсировал на участке Кандалакша-Лоухи, который тогда только-только стал электрифицированным. Потом были ВЛ-15 и ВЛ-80, ну а 9 ноября 2018 года в свой первый рейс отправился современный ЭП-1-0. Номер 8. Он был прицеплен к поезду 144 Вологда-Мурманск. Таким образом, железнодорожники пожелали увековечить память своего коллеги, героически сражавшегося на полях Великой Отечественной войны. Ну, если про награды, конечно, буду там рассказывать. Он воевал на Ленинградском фронте. Вот. И в основном вот это самое, как сапер, как говорится, ошибается один раз, да? Он там проводил разминирование, значит, заминирование, значит, прокладывал самое там для разведки и все прочее. Или как написано уже последнее, когда вот награду он получил в 45-м году, его подписали указ, это уже орден славы, значит, золотой первой степени. За время, в общем, короче говоря, вот боевых действий Николай Антонович, значит, под его, ну, когда он, значит, разминировался, ни одного подрыва не произошло. Значит, он своевременно, значит, исполнял, ну, как говорится, эти самые боевые задания и все прочее. Вот. И даже будучи раненым, да, когда они там форсировали какую-то реку, значит, они сумели восстановить переправу, вот, и чтобы прошли наши эти самые танки. В 1945 году, сразу после окончания Великой Отечественной, Николай Антонович вернулся в Кандалакшу. Работал машинистом электровоза, женился, создал большую семью, члены которой все как один пошли работать в родное ему локомотивное депо. Общий стаж работы династии Ярчевских на железной дороге сейчас насчитывает больше 200 лет. Сезон большого футбола в Кандалакше завершился. Впереди долгая северная зима, но это не повод забрасывать бутсы на антресоли, а мяч в кладовку. Федерация футбола объявила о старте чемпионата города по мини-футболу. В этом году чемпионат города по мини-футболу будет проводиться уже в 14-й раз подряд. Первые встречи намечены на 25 ноября. Чуть раньше состоится заседание судейской коллегии. В тренерском штабе обсудят организационные моменты и проведут жеребьевку. Сколько команд на этот раз решится вступить в борьбу за чемпионский титул, пока не ясно. В предыдущих турнирах участвовало от 7 до 9 сборных.
Бегом, ползком и на велосипеде. Кандалакшская малышня ставит первые рекорды в эти выходные. Во Дворце спорта состоялся большой семейный праздник «Маленький чемпион». На старт серьезных городских соревнований по маневрированию на трехколесном велосипеде вышли мальчишки и девчонки, которым еще не исполнилось 3,5 лет. Нахмурив лобики и вцепившись в руль, маленькие спортсмены упорно шли, а точнее катились к своей цели. Городской спортивный праздник «Маленькие чемпионы» организован участниками молодежной общественной организации «Новое поколение». Пару лет назад волонтеры уже проводили нечто подобное. Идея пришлась по душе и детям, и взрослым, а потому праздник решено было повторить. Тем более, что проект по проведению соревнований для самых маленьких кандалакшан заручился поддержкой регионального правительства. В 2017 году молодежный центр «Гармония» совместно с общественной организацией «Новое поколение» проводил подобное событие в рамках празднования 500-летия «Кандалакши» на Центральной площади. Там это было немножко меньше по объему, по количеству участников. Но вот такой прям большой семейный праздник, он впервые. Мероприятие проходит в нескольких группах. Это забег ползунков, это самые наши маленькие юные участники до года. Дальше ребята делали свои первые шаги. Это те, кто уже умеет ходить и уже бегают. Были водители талакаров, были водители трехколесных велосипедов. Впереди четырехколесные велосипеды и двухколесные велосипеды. Всего по подсчетам организаторов, участие в празднике приняли более 80 малышей в возрасте от 8 месяцев до 6 лет. Каждому вышедшему на старт были вручены дипломы участника, ну а победителей отметили особо дипломами, игрушками и вкусными призами. И это все, о чем мы успеваем вам рассказать сегодня. Далее вас ждет короткий блок коммерческой информации и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь до завтра. Смотрите нас, как обычно, в 18:30 на канале ТНТ-4. Всего вам доброго и до встречи.